Жила была Шахерезада. Муж у нее Шахерезада. Ей ничего было не надо, лишь только муж не бил под зад. Она не делала утопии из жизни непростой своей. Если день не бьют по попе, считала все как у людей. Но вот однажды утром ранним, когда еще не то не все, ей муж такое дал задание, что скажет слух и пронесет. И вот, гонимая тираном, она покинула свой дом и увидала мир и страны, которых не знавала до. Она срывала ананасы и репу парила в бадье. Она читала папуасом на суахили Монтеске. Со Шварценеггером гуляла, не круто, а до 9. Короче, сделала немало непросто в своем пути. И мужу, выполнив задание, как говорится, от и до, ему сказала: до свидания, я ухожу, шайтан худой. Ты сам ни мясо и ни рыба, умеешь бить ты, ну, жену ты лишь. Короче, заодно спасибо, что ты меня послал, упорышь. Короче, блин, базар фильтруешь, от вас навек я ухожу. Лупи ты сам себе по шее, люби теперь мадам Анжу. Я вам, ребята, расскажу, как я любил мадам Анжу. Мадам Анжа была на диво хороша. Мадам Анжа была на диво хороша. Когда приходишь к той Анже, она встречает мне ближе, и я, бросаясь на Анжу, с нее срываю, не гляжу. И я, бросаясь на Анжу, с нее срываю, не гляжу. Но появился тут Луи и в раз разбила мечты мои. Анжа, связавшись с тем уем, в конец забыла обо мне. Мадам Анжа, вы негодяйка и ханжа, и вот теперь страдаю я из-за Анжового Луя. И вот теперь страдаю я из-за Анжового Луя.